Здравствуйте, товарищи, добро пожаловать на ТВ Джем. Сегодня делаем такое летнее блюдо, ризотто с гребешками, с немножко овощи. Тут у меня, например, есть болгарский перец. Говорят, что болгарский перец один из самых-самых таких полезных овощей. Порежем это так мелким соломками. Возьмем немного морковки. Опять это все порежем соломком. Времени тираем, возьмем 2 зубчика чеснока, зальем мы тут оливковое масло, опять возьмем немного перца. Сейчас мы то опять порежем так соломком, чтобы это было красиво. Цукини у нас есть, почему нет? У меня есть рис, я его замочил, промыл. Добавим на одну порцию где-то там грамм 60-70, будет достаточно. Как обычно, варим наполовину. Добавляем сюда наши овощи. Пока у нас все это потихоньку жарится, мы порежем мелко чеснок. Сейчас все промешаем. Все стараемся сделаем al dente. Что больше овощи жаришь, больше теряешь питательные вещества. Мы возьмем немного петрушки. Опа! Тут у нас есть немного базилика, почему нет, почему базилик только с помидорами, когда можно и без. Возьмем наши гребешки, добавим к нашим овощам. Все это промешаем. Добавим обязательно немного соли. Сразу наперчите. Сейчас возьмем одну сетку. Возьмем нашу кастрюлю. Все это процедим. Добавляем масло наполовину сваренный рис. Добавим немного воды и опять еще немного посолим. Прошевелим это все нежно, аккуратно, не ломаем гребешок. Пока у нас рис растет, мы добавим сейчас немного базилика, петрушки, чтобы улучшили вкус риса. Берем сыр грана падано, пармезано на тонкую терку. Сейчас потихоньку делаем финал. Можно добавить еще немного соли. Так. Еще немного каперсов добавим. Это будет очень интересно. Немного сока из каперсов. Это тоже вкусно. И ждем, да, рис выпил лишнюю воду. Примерно 2-3 минуты. Возьмем наш чеснок, петрушку, сыр. Добавим все это сюда. Добавим сыр. Все это смешаем. Убираем с плиты. Раз здесь все это смешим, чтобы сыр хорошо оттаял. Перчик обязательно, это дает прекрасный аромат. Возьмем одну глубокую тарелку, добавим сюда наше ризотто. Опять накрутим еще немного перчика. Можно, конечно, туда украсим базиликом, например, петрушку. Я люблю это все залить немного оливкового масла, как то дает такой прекрасный аромат. Наш ризотто с овощами с гребешками готов. С вами были гребешки. Серж, ТВ Джем, спасибо. До свидания.